Меня зовут Артём Дудин. Я влюбился в девушку с Чёрного моря. Она оставила мне записку. Я нашел ее во ВКонтакте. Я теперь знаю, где она живет. Ау! Так вы, может быть, ее знаете? Ксюша Гордеева. Свадьба у нее послезавтра, брат. Ну так бывает. Ты совсем, что ли, больной? Ладно, я. А гости что скажут, а? Я сам всем матерям и отцам позвоню, все объясню, клянусь тебе. Это что, твой жених? Да. О, жесть. Если я тебя увижу возле Ксюши, я вырву тебе ноги. Дети счастливы, значит, мы счастливы. Я буду бороться. Давайте воевать! Войну! Это расшинил, братан. Ты что, не уехал? Из-за тебя. Не надо из-за меня, ничего не получится. Смотри, какие красивые ромашки. Такие же солнечные, как ты. Пап. Чё, пап? Я реально уже путаюсь в твоих женихах. Ну давай, бросай. Мимо. Не могу я тебя одну отпустить. Посмотри на него, это ж не дай бог. Не надо геройствовать, я тебя не просила и не буду. За свое счастье надо бороться. Не исчезай, я умоляю, люби меня, люби. Нас бросили, у нас сейчас посттравматический синдром. Надо тоже кого-то бросить. Вас как зовут? Лера. Прощайте, страшила.